Здравствуйте, коллеги. Наш пресс-центр на выставке Retail Tech продолжает свою работу. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь. Какую компанию представляете? Добрый день, меня зовут Александр Федюнин. Я представляю компанию МТС Армения. Это дочка большого МТС в Армении, лидер мобильного и телеком рынка в небольшой стране. И, соответственно, я представляю департамент сервиса и продаж и имею отношение к рознице, потому что вся розница – это в том числе мой департамент. Расскажите, пожалуйста, что вы делаете на выставке, какими идеями хотели бы здесь напитаться? Почему участвую? Да, потому что интересно послушать о том, о каких проблемах и болях говорят коллеги в России, потому что рынок России больше, в нем проявляются тенденции ярче, иногда больнее, которые мы у себя на рынке можем пока не замечать, а они могут давать конкурентные преимущества. Поэтому не только смотрю там поставщиков, да, это, наверное, меньше интересно, а слушаю коллег, слушаю те темы, которые, мне кажется, могут дать пищу про российский рынок и применить ее к армянскому рынку, понять, а как у нас с этим, а как наши клиенты могли бы реагировать на такой товар или услугу, или наоборот, они уже хотели бы этот товар, услугу получить, а на нашем рынке не представлены. Это касается клаудов, это касается клиентского сервиса, интернет-магазины, активная обсуждаемая тема, доставка, как обрабатывать, как конфигурировать. Очень интересно, потому что чаще по практике потом, да, мы через некоторое время понимаем, что спасибо за сигнал, мы успели к нему подготовиться, а не когда он уже случился. Поэтому, да, интересно, полезно, организовано сногсшибательно и интересная фишка – чувство голода, потому что 4 интересных, иногда 5 тем идут одновременно, и всегда понимаешь, что что-то мог получить больше, значит, приеду еще раз. Насыщенная программа – это нам, конечно, комплимент, то, что настолько интересные спикеры. Не успеваешь попасть точно. Ну вот как минимум я сейчас параллельно вынужден был выбирать, на какую из двух идти. Одну буду смотреть в записи и потом изучать материалы. Причем этот тренд общения с нашими спикерами, все говорят, что 2 дня недостаточно, что нужно делать больше, потому что настолько насыщенная деловая программа, и спикеров так много, которые могут делиться своим опытом, что, скорее всего, в следующем году мы с вами будем гораздо больше дней, гораздо больше информации сможем получить. Отлично, будет неделя Retail Tech. Это прекрасный повод половину отпуска использовать для работы. Особенно за счет компании приехать к нам сюда. За свой. У нас компания сейчас, мы используем все такие мероприятия только полностью из своего бюджета. Это как хочешь чему-то развиваться, иногда инвестируй сам. Прекрасные слова в духе 21 века. Спасибо вам огромное и желаю вам удачи. Вам спасибо большое.